Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшний воскресный день Церковь назидает нас евангельским чтением, повествует из евангелиста Марка о том, как Господь однажды шел со своими учениками, и к нему один мужчина привел своего сына и говорит: «Учитель, я привел к тебе сына моего, помоги нам, потому что он одержим нечистым духом, его постоянно бросают то в огонь, то в воду, то он падает и испускает пены. И я обращался к твоим ученикам, но они не смогли помочь». И Господь говорит: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне», говорит Господь. И стали подводить этого мальчика, юношу. Он упал и стал кричать, и стал трястись, стал испускать пену. Господь спрашивает у отца: «Давно это с ним?» Он говорит: «С детства». И каждый раз мне кажется, что вот-вот он умрет, если такое будет с ним происходить. И Христос говорит отцу: «Если можешь сколько-то веровать, веруй, все возможно верующим». И возопил отец тогда, он сказал: «Господи, верую, помоги моему неверию». И Господь своим властным словом изгнал из этого юноши нечистого духа, но перед тем, как выйти из юноши, дух нечистый сильно сотряс этого юношу, и он казался как мертвый. Так что люди говорили, что: «О, умер». Но Господь подошел к нему, взял его за руку и поднял. И он стоял уже здоров, исцелен от этого нечистого духа, от этого страшного состояния одержимости. И когда Господь остался наедине с учениками, они спросили у него: «А почему мы не смогли изгнать этого нечистого духа?» Господь говорит ему: «Этот род, род лукавый, изгоняется только молитвой и постом. И сказал Господь, что приближается время, когда Сын Человеческий будет предан на смерть, убьют его, и по убиении на третий день воскреснет». Вот такое евангельское повествование на сегодня. Что мы сегодня можем из этого для нас поучения вынести главное? Отец привел своего сына ко Христу. Он обращался к апостолу, но те не смогли ничего сделать. Вот так бывает и у нас в жизни. Мы обращаемся к кому-то, но эти люди только стоят на пути к Богу. А нам кажется иногда, что это конечная уже станция, так сказать. То мы ищем какого-то батюшку-чудотворца, то мы еще хуже некоторые обращаются к каким-то бабкам и думают, что если вот сегодня этому ребенку станет лучше, то это уже... Да, конечно, мы всегда боремся и рады, и счастливы тогда, когда наш ребенок вот каждую секунду весел, здоров и так далее. Но иногда люди по своей гордости, по своему безумию становится между человеком и Богом. И кажется, что вот если мы сейчас к этому человеку доведем, сами дойдем, или доведем своего ребенка, то
то и на этом все, и все будет хорошо. А получается нет. Проходит время, и не видим мы того результата. Потому что окончательное счастье тогда, когда человек обретает Христа. Когда его приводят, или он приходит ко Христу. Потому что только Христос есть Спаситель. Только Он есть победитель ада и победитель сил ада. Он один. И поэтому Господь и говорит: доколе буду с вами, род развращенный и неверующий. Сам Христос говорит: приведите этого отрока ко мне. И это должны мы сегодня все услышать. Не только те, кто пришли в храм. Все наше общество должно услышать. Хватит уже всем нам отворачивать своих детей от Христа. Ведь сегодняшний мир так устроен, что в нем нет места для Бога. Да, некоторые по своей привычке, может быть, ну, все-таки есть еще в людях уважение к Богу, к церкви. Да, они считают, что нужно покрестить ребенка, посвятить через это крещение своего ребенка Богу. Они считают, что нужно освятить автомобиль, нужно освятить квартиру, в которой они живут. Нужно отпеть покойника. Обязательно провести в последний путь со священником. Как будто бы это изменит. Отпевание — это не таинство, это обряд. Да, священник просит, но в конце концов он не может простить грехи человеку, который в них не каялся при жизни. Священник читает разрешительную молитву над покойным. Но там есть такие слова: духовное чадо. Духовным чадом человек может стать тогда, когда он приходил к священнику на исповедь и приносил ему эти свои грехи, исповедовал. И там в этой молитве есть такие слова. И вот то, что ты исповедовал при жизни, прощаю я тебе и разрешаю. Но это когда человек был жив еще. У него была такая возможность. А мертвый лежит уже все. А если он ни разу этого не делал, все это отпевание, оно как бы, как сегодня модно говорить, слово такое есть, фейк. Да, мы верим, мы молимся, мы просим, Господи, как, что бы он ни делал, со святыми упокоил. Но и Господь есть тоже, не только мы. Он же нам говорил: кто призовет имя мое, тот спасен будет. А призывал этот человек? Ведь часто сегодня современные люди живут, совершенно не призывая Бога. Совершенно не почитая Бога, за Бога. Так иногда вот в момент страха какого-то они могут сказать: ой, Господи, помоги. Но это больше просто эмоции, чем действительно молитва и такой вот крик к Богу о помощи, как возопил этот отец из сегодняшнего евангельского чтения: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И вот сегодняшний мир так устроен, что в нем нет места для Бога. Есть место для заработка. Есть место, как, где потратить эти деньги. Все выстраивается в этой схеме. А вот Бога там почти нет. Если в маленьких городах, в деревнях каких-то еще что-то сохраняется, в больших городах они напоминают уже Вавилон, где люди не понимают друг друга, где происходит уже непонятно что, и только гордыня, какое-то вот безумие такое. И, к сожалению, это все развивается и развивается. Да, Писание говорит нам, что все это будет перед концом света. Отступление такое. Но нам же ведь не хочется этого.
И нам же не хочется, чтобы наши дети настолько отступили, чтобы они были... Их и так носит, бесносит сегодняшнюю молодежь. Как этого, то в огонь, то в воду. То он падает, то он поднимается, то он опять падает у него, и пена изо рта идет. Когда он что-то хочет там добиться чего-то, такая одержимость. Вот нет, мне с пеной у рта, он что-нибудь будет доказывать, требовать, мне вот это нужно и все. Очень похоже сегодняшняя современная молодежь на этого одержимого нечистым духом отрока. Что говорит Христос? Приведите его ко мне. Ну куда нам вести? Где нам искать Христа? По каким улицам он ходит, чтобы мы могли взять своего ребенка и туда привести? Он здесь, в Доме Божьем. Он здесь, в таинстве причащения. Он дает нам себя. Но условия, с которым человек должен приступить к Богу, таковы. Со страхом Божьим и верой приступите. И тогда те слова, которые мы произносим, когда читаем молитвы ко святому причащению, слова святых людей Иоанна Златоустова, Василия Великого, Иоанна Дамаскина, других, тех, кто составил эти молитвы, они составили их прежде всего сначала для себя. У них вот такой обычай появился, вот так себя готовить к святому причащению. И они для себя написали эти молитвы. Они их произносили. А церковь взяла их эти молитвы уже как опыт этих святых людей. Чтобы и нам, хоть немножко прикасаясь к их опыту молитвы, приходить к этому. Что же мы читаем? Да будут мне святые таинства эти. Во истребление лукавых действий, нечистых помышлений, действия дьявольского. Все то, от чего человек страдает через святое причастие, Господь с этими таинствами, своим телом и своей кровью, своим присутствием в этом таинстве, в этих святых дарах, Он Сам, мы Его причащаемся тело и крови под видом хлеба и вина. И мы, приобщаясь, с верой, со страхом Божьим, чтобы не обидеть Бога, и с верой, что всемогущий Господь вот здесь пребывает, в этой чаше, вот в этой лжице, которую священник поднял и несет к моему рту. И мы здесь должны как бы сердцем сказать: Господи, да будет мне это причащение во исцеление, в уничтожение вот этих лукавых помыслов всяких, которые не дают моей голове спокойно радоваться жизни. Там в голове же у каждого такое кино происходит. Не дай Бог. И люди страдают от этого, от этих лукавых помышлений, от этого действия дьявольского. Мы все страдаем. Мы даже нормально приготовиться к причастию не можем. Настолько этот бес в нашей голове. Он нам рассказывает, что, к чему нам надо стремиться. Где нам заработать денег, на что их потратить, как с тем или с тем поговорить, а вот этот мне что-то там не то сказал, а я бы ему вот это ответил, или так я бы поступил. И это все же во время молитвы бывает. И мы идем и просим: Господь, вот от этого лукавства, от этого действия дьявольского избавь меня святым причащением. Избавь меня от этой зависимости, которой мы все сегодня страдаем. Интернет-зависимость, телевизор-зависимость, политика-зависимость. Что нам дают эти знания, которые мы там находим? Ничего. Ничего. Они просто наполняют все большим и большим хламом нашу душу, наш ум, наше сознание. Как иногда мы наполняем каким-то ненужным хламом свои дома и квартиры. Вот оно нам не надо, но мы тащим это, вот кажется, сегодня надо, а потом этого столько уже девать этого некуда, и ты этим не пользуешься. Это тоже одержимость такая.
И болеть за современного человека. Все покупать, покупать и покупать. Просто так человек уже и из дома иногда не выходит. Надо сходить в магазин. Вот преподобный Авва Дорофей, например, он говорил, писал в своем поучении, пресекать помыслы. Вот помысл говорит тебе, вот сходи сюда, посмотри, там что-то должны, по-моему, привезли. А ты ему скажи, нет, мне нечего там делать. У меня для, все для жизни есть. Пресекать вот это, эти нечистые духи, они имеют свойство входить в человека и всеивать мысли всякие. Вот пойди спроси у него, как у тебя дела? Ну оно надо мне, как у него сегодня? Я что, действительно переживаю, как у него дела? Я ж слукавлю просто и все. Да помолись просто за человека. Господи, вот идет человек там, я знаю, он раньше страдал там. Спаси его, помоги ему, благослови его. Храни его. Ну, поздоровался, ну, поговори, сохрани тебя Господь. А сегодня еще такое гордое пожелание. Береги себя. А как я себя могу беречь? Да я спотыкаюсь на каждом шагу. Как я могу себя? А вот храни тебя Господь. То есть, ты своим желанием этого человека в руки Божьи отдаешь. Храни тебя Господь. Вот уже все. Уже ты как бы привел этого человека к Богу. То, что сказал Христос, приведите его ко мне. Род развращенный и неверный. Доколе буду с вами. Господь не отступает от нас, но Он хочет, чтобы мы были другими. Поэтому говорит, о, род неверный и развращенный. Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. А мы ему говорим, слава Господи, твоему долготерпению. И вот сегодняшний этот пример. Привести своего ребенка, привести своих детей, привести своих друзей ко Христу. Потому что только у ног Христа человек может быть счастлив. Только здесь у ног Христа, со Христом, его жизнь может быть здравой, мысли здравыми. Но условие, с которым человек должен прийти ко Христу, со страхом Божьим и верой приступить. Откуда у нас страх Божий? Откуда у нас вера? Но у нас есть пример. Господь и нам каждому говорит, если хоть сколько-то можешь веровать, веруй. А мы вместе с этим отцом, у которого был несчастный, и он, ведь отец это тоже, каждое падение своего сына, он переживал болью, отдавалось это все в его сердце, в его душу. И он соболезновал своему сыну. Что же он говорит? Господи, верую, помоги моему неверию. Вот эта молитва нам на всю эту неделю. Господи, верую, помоги моему неверию. А может быть даже лучше и на всю жизнь. Потому что все равно мы переполнены сомнений каких-то. И вот наша молитва, пусть будет молитва этого отца. Господи, верую, помоги моему неверию. Спаси нас всех, исцели. Аминь.